Псалом 37. Псалом Давида «Воспоминания». Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек.
Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвлен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня».